Воинам-интернационалистам вечная память. В Иванове прошел траурный митинг, приуроченный к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. У памятного знака на проспекте Ленина собрались ветераны, родственники погибших, представители власти. Десятилетняя война унесла жизни 14 тысяч советских военнослужащих, 68 из них – ивановцы. Буквально год назад на таком же митинге прозвучало предложение обновить памятник. И вот концепция мемориала разработана. Лучшим признан эскиз ивановского коллектива дизайнеров Владимира Каурова и Владимира Демьяненко. Областная общественная организация ветеранов войны в Афганистане уже готова приступить к сбору средств, необходимых на выполнение мемориала. Благоустройство территории город возьмет на себя. Памятник достаточно такой получается праздничный. Звезда символизирует у нас советскую российскую армию. Крылья символизируют те победы, которые были в той сложной войне. И в целом создает ощущение не только скорби и памяти, потому что здесь у нас еще по благоустройству намечена часовня, да, и там как раз будут расположены имена, которые у нас сейчас на этом памятнике расположены.